Здравствуйте! Вы на канале «Умно и разумно». Знаете, вещи все в мире обладают позитивной или негативной энергией. Некоторые вещи категорически нельзя дарить или принимать в дар, чтобы не притянуть в жизнь негативные события. Даже если ваш близкий человек попросит именно эту вещь, лучше подарить ему деньги, чтобы он купил эту самую вещь сам. Накликать беду на человека очень просто, ведь некоторые вещи обладают просто мощнейшей негативной энергией. Категорически нельзя дарить и принимать в дар следующие вещи. Первое. Часы. Дарить часы – это к разлуке. Говорят, подаренные часы символизируют остановку времени. Зачастую отношения близких людей после такого подарка заканчиваются. Если вам дороги ваши близкие, родные, выбирайте им более подходящие подарки. Но стоит помнить, что часы также не стоит выбрасывать. Их также нельзя передаривать. Второе. Кошелек. Кошельки принято дарить с купюрами внутри. Но эзотерики не рекомендуют делать выбор в пользу такого подарка в принципе. Дарить кошелек значит накликать в дом нищету. Новые кошельки должны покупать люди самостоятельно. Третье. Ножи. Ножи обладают плохой энергетикой, об этом знают все. Тем не менее, новоселам часто преподносят в дар столовые приборы. В старину считалось, что в ножах живут злые духи. Если вам все же вручили такой подарок, то дайте дарящему деньги за него. Таким образом, вы откупитесь от злых духов. Четвертое. Жемчуг. Жемчуг символизирует слезы. Украшение жемчуга женщина должна покупать сама. Если девушке дарят такой подарок, считается, что она будет несчастна до тех пор, пока не избавится от подарка. Также опасно, когда девушка дарит жемчуг подруге, матери или другой женщине. Это обрекает женщину на одиночество. Пятое. Зеркало. Зеркала всегда наделялись мистическими свойствами. Дарить зеркало значит передать адресату подарка свои беды и неудачи. Чужие зеркала также способны забирать молодость и красоту. Даже если после покупки новых зеркал рекомендуют их тщательно вымыть с водой, чтобы очистить их от негатива. На этом у меня все. Желаю вам благополучия и удачи во всем. Кому понравилось видео, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем пока!